Всем привет, дорогие друзья! Говорит и после небольшого перерыва показывает Хакман. Неделю мы с вами не стримили. Ну, я думаю, название стрима понятно почему. Вот, ну, не будем долго, так сказать, откладывать то, зачем мы пришли. Поехали. У нас с вами мы прохождение Мафии 2 закончили, но у нас осталось несколько дополнений. Не все из них сюжетные, вот, но, как я понимаю, вот этот сюжетный точно, поэтому с нее мы и начнем. Насчет остальных посмотрим. Я еще их не до конца изучил, то есть... Ну, нет смысла начинать там без сюжетки. Да? Что, поехали? Приключения Джо. Joy's Adventures. Ячейка сохранения. Уровень сложности. Ну, давайте средний. С шутерами мы знакомы. Угу, сразу горячий контент пошел. Тут, скорее всего, нет дубляжа. Что за черт? Есть. Ух ты. О. Нет, нет, черт! Все в порядке, бэби? Бару Фредди. Это Джо. Генри там? Привет, Джо. Нет, Генри нет. Мать! Но ты нужен Луке. Секундочку. Барбару, ты вообще где? Я дома. Слушай, Вита взяли. Я потому и... Уже? Все. Закрой рот и слушай. Помнишь, что дело с талонами, которыми Вито занимался? Нам только что сказали, кто-то раскололся. Кто это был? Типчик один работает на заправке в твоем районе. Я его убью. Не убьешь. Просто как следует проучишь, чтобы знал, кому перешел дорогу. Останется без ног и хрен с ним, но не убивать. И так проблем хватает. Ясно? Ну да, ясно. Смотри у меня, потом заходи в бар. Черт! Мать вашу! Куда я штаны задевал? Так, сначала надо найти штаны. Да, девки все ушли. Лифан остался. Че тут у нас? Ты глянь, дубляжи, дополнение, это прям красиво, это прям хорошо. Так, что у нас тут есть? Так, плащ, куртка. Не, это надоело. Только две. Ну давайте уж плащ-то возьмем. Чего бы нет-то. Ну, более-менее. Конечно, я слишком жирный и толстый. Ладно, пошли. Так, минуточку. Что у нас тут с чатиком? С чатиком все хорошо. Погнали. Так. Я тебя вчера слышала с той шлюхой. Надо бы полицию вызвать. Ревнуешь, бабка? В твоих мечтах. Скорее, в моих кошмарах. Да. Бабулька такая, короче. Дерзкая, курит еще. Люблю курящих. Ставьте лайк, кто думает так же. Девушка курить не должна. Это нифига не сексуально. Да что с людьми такое творится? Не круто, не интересно. Вообще ни разу. Так весь дымом провоняешь, если вот ты сам куришь, да? Еще от нее пахнет. А уж целоваться-то, так это вообще. Ну, это мое мнение. Не знаю, может кому-то нравится запах или привкус табака. Так. Нам надо поехать проучить этого кренделя, который нас... Да. Вернее, который нашего друга сдал.
козел. Собственно, ребят, о чем я хотел сказать, да? Заголовки стрима, все понятно, да? Я стал папой на этой неделе. Поэтому не стримил. Были очень большие хлопоты. Приятные, естественно. В общем, я очень рад и доволен. Это вот... ну, пока, естественно, я в полной мере еще не ощутил, потому что, ну, скажем так, дочь я еще не видел, но... ой-ой. Извините. Вот, но я думаю, что скоро появится. Я вот реально, я очень рад, что так, что это все случилось наконец-то. Долго ждал этого, долго к этому шел. Вот. Вот ты где, поганец. Ага. Желаю всем такого же счастья, такой же удачи. Ну, если, естественно, если ребенок будет желанный. Так, ну пойдем. Что тут у нас? Вот он, поганец, засранец. Убивать нам не надо, надо проучить. Ну, пойдем. Поговорим? Что, нравится? А, чёрт! Нифига себе, дерзкий! Давай сюда, козявка! Ты смотри, а, дерзкий. Давай, поднимайся. Убью малявку. Где? Нежный какой, уже побить нельзя. Погнали быстро. Дайте путь. Не дам. Он на каком-то сраном драндулете едет. Так, секунду. Мать! Ой. Не-не-не-не-не. Потерял, да. Давай, поднимайся. Убью малявку. Погнали, погнали. Нежный какой, уже побить нельзя. А где он там проехал-то? Сюда. Чё потом? Ну вот, опять ехать чиниться. Так, ничего. И что? Попробуем еще раз. Привет, Артём. Пожалуйста, это не я. Я ничего никому не говорил. Богом клянусь. Это Стэн. Это он талоны покупал. Клянусь. Эту отмазку я уже слышал. Я не вру. Это Стэн копом донес. Не я. Честное слово. Клянусь. Ладно, допустим, я поверю. Где сейчас этот Стэн? Он только что сменился. И пошел сразу на станцию. Там на Бирклинд идет поезд в 5. И не вернется до самого суда. Рассказать, что будет, если ты наврал? Ну, вряд ли он врет. Ого. Чё такое с тачками? Ты чё? Это как это так? Может быть? Как дела, Артём? Как бизнес? Тихо. Налаживается. Чувствую себя тут на в Need for Speed, сдающим дрифт. Задание на дрифт. Так, вот там зеленый горит, нам нас на время тут задание. Надо торопиться. Очень торопиться. Тихо, тихо, тихо. Все в порядке, все нормально. У нас все нормально, нормально, нереально. Знаете, да, эту песенку? Давай, колымага, едь-то быстрее. У нас тут задание. Блин, у меня колесо восьмеркой. Дела нормально. Ну, отлично. Играл в это дополнение?
Преследую гонщика. Ох ты. Тихо, понял. Блин, не кстати как. Уйди ты от меня. Бизнес остановился, оружие не приходит пока. Не, ну это всегда бывает. В любом бизнесе же накладки есть свои. Так. Бегом, бегом. Куда бежать? Я успеваю. Скоро должны уже. Все будет нормально. Приедут. Эй, Стэн, ты куда? Черт! Блин, опять за ней, за этим еще бежать. Левый шифт. Ты меня достал. Ну, прямо циркач. Убью. Нифига себе. Его. Сволочь. Чего себе, смотри, как он дерзкий. Как понос. Ну давай, бегом. Так. Посмотри, он еще и перелез. Ты че ты? И че? Давай, бегом, бегом, бегом. Блин, долго за ним бежать-то. Упал. Хе-хе-хе. Давай, Джо. Растрясай жиры свои. Быстрей. Эй! Посторожней! Куда прешь? Опа-на. Все. Ага, ага, захромал, захромал. Догнали. Сволочь, ну, поганая. Теперь слушай внимательно, Стэн. Сегодня уедешь из города. И никогда не вернешься. Ладно, но это ничего не изменит. Это еще что значит, черт возьми? Ничего. Осталось 9 здоровых пальцев. Сейчас будет 8. Есть еще один. Он знает очень много, не только про ограбление УРЦ. Прокурор сказал, он всех утопит. Прокурор не шутит. Он всю вашу шарашку пересажает. Кто этот тип? Не знаю. Не знаю. Я слышал его. Его где-то охраняют копы. Видно, я не настолько важен. Ты не важен, запомни. Вставай давай, а то опоздаешь на поезд. Позвоните Луке. Так, далеко до автомата? А, тут рядом. Блин, обязательно вот кого-то вышвыривать надо. Давай, не задерживай. Иди, друг. На. На, еще раз. Так, полиция там не надо. Да? Да блин, я только что убрал этого козла. Еще один. Долго стрелять. Офигеть. Да я только начал, Артём. Только начал, действительно. Блин, а вот обез... Вот как так? Чё мне ждать, когда он... Это... Фух, ну тут слава богу. Часика два постримлю, наверное. У вас 500 баксов, позвонить Лука Гурина. Один звонок 500 баксов, что ли, стоит? Это Джо. Позови Луку. Сейчас. Подождите минуточку. Это Барбара. Джо, все готово? Да, но есть еще кто-то. Что это значит?
Заправщик сказал, у прокурора есть еще свидетель. Кто-то, кто утопит всю организацию. Чертов Мазио, я знал. А это еще кто? Ричи Мазио. Его взяли в прошлом месяце. Тупой, как пробка, но всех нас похоронит. Черт. Ладно, слушай. Найди, где его держат. Как хочешь, так и ищи, но найди. И сделай так, чтобы он заснул вечным сном. Понял? Да, понял. А Твита что-нибудь слышно? Твое дело, Мазио. Твита займемся мы. Понятно. Да я хотел с братом в PUBG поиграть. У него еще играют в PUBG. Там, говорят, засилие читеров. Так. Тачку надо взять. Не, какую-нибудь получше. Вот эту. Давай возьмем. Ну, с одного ключа. Подозрение в угоне машины. Да вы офигели, блин, я нормально. Вас понял. Тут машину угоняет, преследую. Да никто ни у кого не угнал. Все нормально, ребят. Блин, конечно, машина старая. Ну ничего, сейчас мы заедем куда-нибудь за кутручек. Во, возьмем другую сейчас. Ах ты, черт. На телефоне пока не встречал, хотя уже 37 уровень отыграл примерно 250 часов. А, на телефоне. Не, на телефоне ни разу не видел ничего. Так, стримы-то я смотрел. Ну ничего такая, мне понравился. Battle Royale, кстати, я люблю. Так, не туда я поехал. Танковый, кстати, Battle Royale там ничего, что было. Мне понравился. Но разрабы, кстати, почему вот эти все режимы фан не оставляют? Они боятся просто, что на основном сервере будет мало народу. Поэтому они не оставляют все эти фан-режимы. Если делать кучу режимов, люди-то перестают играть. Начинают играть во все. Соответственно, на одном сервере насчитывается мало народу. А это означает, что ты будешь сталкиваться с одними и теми же людьми. Ну, по факту. Поэтому разрабы-то, наверное, так и не делают. Интересно, я заодно за один стрим пройду вот это дополнение или нет? Походу нет, все-таки я видел, там люди-то приличные стримы делают. Часа по 3, по 4, 3 часа это все-таки, наверное, много. Еще возможно где-то Apex Legends, да, я играл с ней. Ну как тебе сказать, к ней очень привыкать нужно, очень нужно привыкать. Вот я, кстати, поиграл бы, было бы с кем. Вот не помню, у меня там какой, 7-й что ли уровень, что-то вроде того. Я в нее начал играть там практически в первые дни, как она вышла. Тебе кто-то с утра в тарелку нагадил? Да, капитан, ой, когда поставил меня нянькой. Хочешь, пожалуйся прокурору? Следить, главный надо. Свидетель всегда в дефиците. Да и вообще играть тебе в карты что-то всю ночь не нравится? Не самое плохое. Да я просто говорю, делать мне больше нечего, сторожить поющего бандита. Можно подумать, мне интересно. Эй, знаешь что? Может быть, тебе повезет и появится вагон бандитов. Да уж, умеешь ты подбодрить. Ты в курсе? Ха, не стоит благодарности. Блин. Черт, надо найти машину. Зачем он уходит? Вон моя есть. Ну как моя? Не совсем моя. Подъехал, так.
Так, быстрее надо. То уедут сейчас, братки. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. О, нормально. Был бы у меня компьютер, я бы поигрался там. А, понятно, у тебя все та же проблема. Так она вроде не сильно это самое. Жрет-то. У меня даже на этом, на моем старичке 9-летней давности или 10, или 8-летней давности пашет. Все отлично. Ну я там настроечек так чуть сбавил. И она отлично играется. Куда эти засранцы собрались? Слишком близко, да нормальные. Я совсем на неприметной тачке еду. Блин, сегодня, кстати, такой интересный глюк произошел. В общем, как только открылись продажи билетов на Мстителей Войну Бесконечности, я купил билет. На понедельник, вечер, все как положено, заказал. Сегодня бабах, приходит уведомление на почту. Ваша бронь отменена, получите там деньги, тра-та-та, все дела. Я чуть не прифигел, а говорю, как это так? Как оказалось, у них, короче, сеть Киномакс. В общем, у них там что-то, походу, глюкануло, и вообще у всех, кто на этот сеанс заказывал, там еще некоторые соседние сеансы заказывал, короче, все нафиг слетело. Они, конечно, бабки такие наверняка нехилые потеряют, потому что люди могут разозлиться и уйти в какие-то другие киносети, там вообще не прийти. Преследую гонщика! Блин, ну а почему я? Вон он едет, чё вы, никто не преследует? Офигеть. Вот, пришлось, короче, еще раз перезаказывать билет. Билеты. Ладно. И, ну, они там, в общем, сказали, типа, мы сожалеем, что так получилось, поэтому мы вам дарим скидочку 10%. Ну, что, 10% плюс к покупке билета, нормально. Ну, конечно, блин, они лоханулись жестко и знатно. В новостях, правда, про это ничего не писали. Я не знаю, может, это какой-то внутренний глюк у нас здесь, в городе. Так, приехали. Знакомое место. Должен быть какой-то путь. Так, походу туда куда-то, да, надо идти? Ага, сейчас. Какой-то путь. А, погоди, вот какие-то. Что-то есть. Через канализацию, что ли? Так не говори мне, что реально через канализацию. По льдинам. Ё-моё, офигеть путь, конечно. Да, Джо, вплавь обратно поплывешь. Вот, я тебе кофе принес. Спасибо. Я сейчас яйца отморожу. Говорил я тебе, оденься потеплее. Да на мне то же самое надето, что и на тебе. Только вот я стою тут и мерзну, а канарейка там сидит в тепле. Боже, благослови уголовную юстицию. Так, и что? Убейте главную суть, найдите.
Чё, мне стелс нужен, короче, да? Минутку, а чё не наклоняется там? Управление настроить. Шаг, бег, краса, присесть на С, блин. Чё, мне его вынести надо, походу, да? Оп! Так, а мне чё с ним делать-то? Ничего. Так, а куда дальше-то идти? И? Или тут надо где-то перебираться? Блин, тут что там, что здесь, походу, везде стоит. По-другому, наверное, не получится. А, он ушел. Сколько билет стоит? Да. 280, что ли? Да. На вечерний сеанс 280. Я как бы работаю, я же не могу пойти с утра. С утра дешевле. А ты, Артём, не фанат, не смотришь фильмы вселенной Марвел? Я всех подсадил на это дело. Блин, давай вали, мужик. Я знаю, что ты должен свалить отсюда. Ну, ладно, пойдем, попробуем. Ой, что-то стоит там. И в ус не дует. Нас ждет наверняка. Так, кого тут нет? Блин, он нас сейчас заметит. Встал там. Чё ты встал? Иди отсюда. Ну, фанат, хочу тоже туда съездить. А туда это куда? Кинотеатр, что ты имеешь в виду? Блин, тут, конечно, метель, но он меня засечёт. Чё тут меня засекать? Куда-то. О, пошел. Давно бы так. Так, походу куда-то туда надо нам затариваться. Так, а куда нам идти? Тихо. И чё тут? Может, надо было в другую сторону?
за... Куда же я могу пройти-то? Так. А, поверху. Понял вас. Ну, что нового? Немного. Слушай, ты уже ходил в новую забегаловку за углом от участка? Нет. А ты? Мы с Амелли вчера вечером пропустили попасть. Ты же вчера вечером дежурил. Да. Ну что, опять сухой закон? И вообще, грех иметь жетон и не пользоваться. Аккуратнее. Тут ты прав на все сто. Ладно, пойду-ка проверю. Пока. Если что, сейчас сорвемся мы где-нибудь. Кинотеатр, а что у вас там в городе? Нет кинотеатра? Ну или где ты там живешь? Сейчас у нас вроде как бы даже в нашем захолустье есть кинотеатр. И, кстати, это у нас был один, кстати, двухместный. Сейчас у нас три. Три сети. Была одна сеть, двухместный кинотеатр. Сейчас у нас три сети. Так, куда идти-то? Так, ну вот этого, похоже, убирать придется. Да, кстати, ты мне двадцатку должен, у тебя с собой? Нет, потерпи до пока. Да ты в прошлый раз то же самое говорил. Ну, на той неделе я бы отдал, а ты был в отпуске. Я был в отпуске, а ты опять мои бабки потратил. Спорим, на ростовщиков тоже подействует. Ну, слушай, я не нарочно. Я был с этой девкой. Иди отсюда, мужик. Я за мои 20 кровных залез к бабе в штаны. А если бы? Она у меня их сперла, стерва. Веришь? Ну ты прямо суперкоп. Ну, она, ну понимаешь, она меня отвлекла. И как она это сделала, полисмен года? Ну, мы стояли с ней на задах у черного пса. Есть, я в деревне живу. Постой, постой. А девку, случаем, не Брента зовут? А если да, то что? Да просто интересуюсь. Давай, ты расскажи. Стоп, а если так, куда идти-то? Брента, вы знакомы или что? Сначала договаривай, а потом я скажу. Ну, мы с этой девкой... Брендой. Брендой. Мы с этой Брендой целовались у черного хода. И как она целуется? Да рассказать, дашь или как? Ладно, ладно. Угу. Давай, Казанова. И следующее, что я чувствую, она с меня штаны сняла. Прямо там. Стою с голой задницей на морозе. Ну, ты понял. Представил. Дальше что? И тут она говорит, что ей надо в туалет. Просит подождать и убегает внутрь. И сколько ты ждал? Пока не пришла какая-то бабка, увидела меня в подштаниках и пригрозила вызвать копов. О, боже. Ну, я надеваю штаны. Тихо. И что ты думаешь? Бумажника нет. А красотка Бренда? Растворилась в воздухе. Ладно, твоя очередь. Рассказывай. Я с Брендой в школе учился. Ты шутишь? Если бы. Лучший квотербэк. 4 голевых паса за одну игру. Так, чего? Глен Бекман. Куда идти? Куда туда? Стелс, сколько здесь прям вообще? Сколько нам еще тут торчать? А ты как раз Плинтерселл. Кстати, о птичках. А чего с ним федералы не возятся? Хрен его знает. А тебе что, шеф полиции? Скорее, шеф тупицы. А знаешь, что еще, Гарри? Ведь можем девки, которые трахают шеф тупицы. Да. Ощущение, как с бурцом по Гранд Каньону. А каньон еще и жжется.
Тихо. Опа! Все. Но смокинг. Че, в эту дверь надо зайти? Раз, два, три. Отлично. Блин, сейчас перестрелка будет. Ты не мог потише разобраться? Ух, ё-моё, вот это вот бык, блин. Как на скачках. Прям. Если урод уйдет, я в заднице. Мать! Тихо, да ты и так в заднице. Блин, машина, конечно, жесть. Чё, сейчас на дорогу выйдет? Давай, быстрее! Ты кому орёшь? Мне, что ли, ты охренел? На льду? Охренеть, по льду фигарил. Ты смотри, а. Нравится крыса? Ну и чё с ним нам с ним делать? Я могу сейчас кого-нибудь столкнуть. Поиграем в паровозики. Так, и чё? Давай, урод! Как он меня сейчас не столкнул? А, чёрт! Аллилуйя, твою мать! Так, чё нам с ним делать-то? Встать убить, но я не встану. Надо, наверное, ехать за ним. Нас поиграют! Ой-ой-ой! Так. О, я так больше не буду. Да все нормально, Джо. Все сейчас будет нормально. А ты, Артем, все фильмы смотрел? Которые к киновселенной относятся. Хотя, а, наверное, раз давай, ты говоришь. Ура! Фанат, что я спрашиваю? Чего я действительно спрашиваю? Так. А, блин! Нет! Поиграем в паровозики! Ай-яй-яй! Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько-аккуратненько, то тут лед. Давай, помойка, разгоняйся! Сейчас мы выезжаем уже практически. Дорогу выехал. Нормально едем. Так единственное, какого хрена его тормозят, значит, менты, а меня нет. Вернее, меня тормозят, а его нет. Заговариваться уж мальцем начал. Ну и что нам с ним делать? Убейте главного свидетеля, пока он не сбежал. Ах ты с... Ну и что, может это? Извините. Так. Блин, да он, наверное, сбежит сейчас. Или нам все-таки за ним ехать? Блин, опять я его. Вот же дубина. Car Rental. Прокат автомобилей. Сбежал. Сейчас вот окажется, что я еду за ним, еду, а он потом хоп. Свидетель сбежал. Куда вообще ехать-то нам надо? Пофиг куда, да? Просто едет и все. Ну а я чё, я его так же не остановлю. Либо мне его долбить. Куда-нибудь его впечатывать, да? Вот так вот, хоп. Устраивать здесь стрельбу. Что не очень чревато, если я вдруг его не завалю здесь.
Так, копы не видят. Нормально. Блин, в китайский квартал, сволочи. Полиция нас бережет. Мы с ней не связываемся. Извините, какой я миллиметражик сделала. Ну давай, гони. Хопана. Когда народ водить научится? Да не говори. Гламурной розовой тачки. И чё? Кто там вообще? Давай вылезем, убьем его, фигли. Погнали. Все, едем. Езжайте в бар Фредди. Сейчас, погодите, оторвемся. Вот так и надо было сделать изначально. А я что-то протупил, мальца. Так. Так. Не разыскивает же меня никто? Полицаев нет. Куда ты поворачиваешь? Блин, ну это он меня сейчас засечет. Там вряд ли машин есть. А там... Нет, так, кстати, вроде не разыскивается, но... Все равно я лучше перестрахуюсь. Тем более тут вообще один замок. Старенькая, престаренькая печенка. Да что ты сделал-то? Я тебя трогал, что ли? Взял что-то, чемодан бросил. Василий. Василий. Реально. Так. Сколько за ним ехали, блин? Надо было. Оп, оп. Прям как в Формуле 1. Точечный просчет поворота. Не, вот такие вот, кстати, машинки вот в этой эпохе мне нравятся. Они какие-то такие вот прям колоритные, что ли. Ну, в том плане, что именно передают дух эпохи. Такие вот тачки. Тихо. Аккуратнее. Так, спокойно, тут полицай там. Фредди бар. Ну, вылезай. Надо, кстати, себе костюмчик сменить какой-нибудь. По фартовее купить.
Это чё мы в каком-то старом тряпье ходим? Ты хочешь поспорить с боссом, да? То-то же. Сиди смирно и ногу залечивай. Ладно, до встречи. Ну? Готово. Хорошо, молодец. А что там Вита? У него лучший адвокат в городе. Скоро будет на воле. Да, сволочь такая. Города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Черт! Лучше адвоката, ага. 10 лет за какие-то сраные билеты. Черт! Что за черт? Вы же сказали не посадят. Во-первых, ты на кого голос повысил? Во-вторых, об этом завтра, не сейчас. Иди домой, остынь. А утром вернешься. Понял? Козел усатый, блин. Как скажешь. Вот же тупой. Сам ты дебил. А, кого еще несет? Да? Джо, слушай в ней. Генри, ты уже слышал про Вита? Этот ублюдок сказал, что все на мази, что он все устроит, а оказалось... Джо, ты слушай меня! Насчет Вита мне очень жаль, я ничего не мог поделать. Но ты попал в черный список Луки. Это еще что значит? Это значит, что тебя убьют. Вот что это значит, Джо. Видимо, ты его очень рассердил. Думаю, у тебя 5 минут, пока за тобой не пришли. Да, пусть идут. Мне-то какое дело? И что ты будешь делать, крутой? Убьешь их? И как ты думаешь, что будет на следующий день? Вариантов у тебя 2. Свалить из города или остаться и умереть. И Джо, за ту историю на спиртзаводе. Теперь мы квиты. Когда мы его спасли, 5 лет спустя. Ну ты и наглец, мальчишка. Только посмотрите, ничуть не изменился. Во что это ты такое вырядился? И про мою маскировку? Да уж, незаметно, как удар по яйцам. Ладно, а квартирка моя как? Я же говорил по телефону, в точности, как ты ее оставил. Вот ключи. Неплохо. Так что ты говорил насчет работы? Не бойся, работы сейчас нам обоим с головой хватит. Подвезти? Нет, спасибо. Возьму машину. Сколько у вас почта стоит? Ты имеешь в виду конверт отправить? Черт его знает. 30 рублей, может. Без понятия даже. Я... Кто сейчас почту что отправляет? Сейчас отправляют все всякими этими... как их? Транспортными компаниями или службами доставки. СДЭК. Что там у нас еще есть? Ну, из таких вот самых известных. Вокзал. Смотрите задание. Обучение. Совращение в цивилизованный мир, старик. Пока ты загорал, я следил за твоей квартиркой, я оставил тебе машину у вокзала. Поезди, посмотри сам, что изменилось, только не высовывайся. У людей память долгая, 5 лет это мелочь. Когда смотришь, сможешь сразу включаться в бизнес. Наверняка у тебя на них найдется интересная работа. Понятно. Вот, СДЭК, ПЭК, всякие там Пони Экспресс и прочие такие вот доставочки, службы доставки. Бонусные очки, окей. Что это за пацаны? Меня ждут? Эй, Жартрес, ты куда это идешь? Ты забыл за проход заплатить. Братва место. Да что это за день? Ты офигел, что ли? Да. На тебе, сволочь, усатая. На, твареныш. Надеюсь, это стоило 5. Ху-ху-ху. Кто-то вляпался. На, сволочь. Пузатая. Если я тебе деньги на киевскин, ты сможешь мне чай по почте отправить или на карту? Какой именно чай? Что за чай такой?
Если вы убиваете несколько врагов подряд, вы получаете бонус умножения. Чем больше врагов убито подряд, тем выше бонус умножения. Какого хрена ты ко мне прижимаешься? Да не трогаю я тебя. Так, это что такое? Кто такой? А, вон наша тачка. Кстати, ничёшная. Ах ты сука! Да тихо ты! Кто там? Баба за рулем? Ну все понятно. Вы посмотрите на нее. Ты? Кошелка, блин. Че, не видишь, люди идут? Тварь, блин. Ты говорил, что у вас есть чайный ларек. А, да, есть, есть. Ну как ларек? В любом торговом центре полно. Старайтесь набрать максимально возможное число баллов в каждом задании. Вы можете стрелять по врагам, разбивать машины, тра-та-та. Я понял. Отправляйтесь в безопасную зону. Тихо, едем. От чего зависит баллы, если я, допустим, скорость превышу? Баллы или наоборот увеличится. Я быстро езжу, молодец. Там где чай на развес продают, я в Питере не нашел, вчера ездил. Да ладно, в Питере ты не нашел? Ну это я даже не знаю, блин. А ты не пробовал в интернете где-нибудь посмотреть? Понимаешь, это тебе в копеечку влетит вот это вот всякое перетаскивание, плюс еще долго ждать. Чего-чего, но чай. Ладно, там, если бы здесь у нас была какая-нибудь мега-убер-китайская плантация, где выращивают какой-нибудь редкий сорт чая, который растет только у нас. Тут проблем, да, нет. В Питере ты не нашел? Ну, я даже не знаю. Я уверен, что даже я, сидя здесь у себя, найду тебе, где продается в Питере чай. На развес. Даже, в принципе, готов поспорить, что я найду. Вы из машины используете ее на значке дома. Окей, убийство в ближнем бою, баллы, тра-та-та. Хорошо. Даже в центре нет, в интернете пока не смотрел. Ну, не знаю. Не, ну если такая проблема, то я, конечно, могу помочь. Но я уверен, что ты наверняка найдешь. Просто вы, наверное, не в тех местах искали. Ну, реально, полно. Любой торговый центр, там есть чаи. Особенно знаешь где? Где торговый центр рядом с продуктом. То есть там какая-нибудь большая продуктовая сеть, там Магниты, что там, Карусель, как, ну что это такое, наверняка там есть. То есть вот ты заходишь в центр, да, там есть основополагающие компании, которые в этом центре тусят, то есть какие-нибудь там Эльдорадо, МВидео, да, а есть мелкие, которые между рядами стоят, вот они там продают чехлами от телефонов, да, вот что там, каким-нибудь конструкторами, там, Лего или, может быть, какой-то такой. Вот в этих рядах и посмотри, наверняка там где-то что-то есть. Уж такого, чтобы не найти, ну, я даже не знаю. Посмотреть задание. Конкуренция. Джо, я эту работу тебе еле нашел, чисто по дружбе выпросил. Мы с Дерком затеяли одно предприятие. Ну, понимаешь, дорогие тачки, все такое. Бабла с этого завались, а парочку тупорылых уродов устроил то же самое в Милвилле. Езжай туда и устрой там разгромчик. Они что, не понимают, кому дорогу перешли? Отправляйся в гараж на Мельвилле, поставьте точку в конкурентной борьбе. Ты попробуй пробей, купи чай на развес Санкт-Петербург. Я уверен, куча точек будет. Вот. Ну... Тем более, даже не знаю, есть же у тебя друзья, знакомые. Наверняка они, может быть, увидели.
Сейчас в 21 веке пересылать по почте чай, который наверняка у тебя там есть, это я даже не знаю. Так, а чё я не взял тачку-то? Блин, ладно. Пойдем тачанку возьмем. Ты собираешь драконов из магнита за наклейки. Ну, Артём, мне 35 лет скоро будет, если бы я еще драконов собирал. Кстати, а чё я туплю-то? Вот машины, вполне нормальные. Нет, я таким делом не занимаюсь. Я не вижу в этом смысла, потому что ты по факту этих драконов по своей цене покупаешь. То есть ты не получаешь скидки никакой во всех этих магазинах. Они же тебе не дают в итоге их бесплатно. Ты просто их якобы со скидкой покупаешь. А если ты заморочишься и посмотришь этот же товар, вот который тебе предлагают со скидкой, да, якобы, посмотришь, сколько он стоит в других магазинах, то ты увидишь, что он стоит либо так же, либо даже дешевле, чем ты его купишь после того, как наберешь нужное количество наклеек. Поэтому наклейки собирать, ну это такой зашквар. Единственное, зачем, как тебе сказать, вот мое мнение, если тебе товар выдают бесплатно за эти наклейки, тогда да. Тогда смысл собирать есть. Если же выдают за еще тебе надо доплатить, то вообще смысл нет. Что такое вообще? Трамплин, что ли? Блин. А был соблазн у меня. Так, а что здесь у нас? Машины должны взорваться. Кто это? Ага, я понял. Давай, Джо. Хэдшот. Спокойно, спокойно набираем, набираем. Господи! Есть контакт. Попадание в голову. X5. Так, а чё ж мне надо сделать-то? Машины, значит, должны взорваться. А с чего мне стрелять-то? Не, ну я могу, конечно, в бак попасть, да? Тут, кстати, есть бак. Тут его и нету. А, стоп. Есть коктейль Молотова, чё я? Ну-ка ещё, бери. Бара-бара, бери. Раз. Два. Мать! Три. Четыре. Ну, чё там у нас? Ой-ой-ой. О, ништяк. Безопасную зону отправляется. Так, кто-то бежит, походу, да? Господи! Где? Я не вижу. Дьявол! Вон, погнали. Тут их тут что-то многовато, я так не успею. Погнали, бегом! Безопасную зону. Блин, где эта безопасная, мать вашу, зона? Это точно небезопасно. Ах ты, сука!
Черт возьми, бегом быстрее, давай, козу. Чё? Черт, на последнем дыхании. Здесь. Фух. А при чем тут скидки? Так это же наклейки только в магните. Там, где драконы. Нет, ну я имею в виду, ты собираешь их, да? Чё потом? Я просто не в курсе этой акции. Потом ты что? Ты драконов получаешь бесплатно? Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Тварь, нашел. Вас понял. Придется мне сейчас в магазин в какой-нибудь зарубить. Бегом! Бегом отсюда! Потом, потом, потом! Сволочь такая! Так, где тут магазины? Ближайшие. Ага, вот сейчас. Так, 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 блин, там коп. Бегом, сейчас в магазин зайдем быстренько. Хлоп. Все, все нормально. Нельзя, на хвосте висят. Сначала надо сбросить хвост. Нельзя, на хвосте висят. Мать! Ух ты. Черт, не успел. Артем Позитив, конечно, мне... Приятно, что ты обратил на меня внимание, но... Ты не с того начал. Вот честно, не с того ты начал, Артём Позитив. Вообще не с того. Сначала мог бы порадоваться. Если ты не считаешь, что это какая-то положительная вещь, положительное событие, то мне тебя искренне жаль, что могу сказать. Так, начните следующее задание. Я не начал, да? Ладно, погнали. Там типа 70 наклеек собираешь, покупаешь дракона за 59 рублей. Вот, ты же его покупаешь, ему и цена наверняка 59 рублей. Да, 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 давай, давай, давай. Блин. Что за Артём Позитив? Ну вот, который пишет, Артём. Который пишет. Он тут написал первый раз какую-то непонятную фигню. Видимо, он либо стримом ошибся, либо я не знаю. Либо, может, у него плохое настроение, хотя он же позитив, он должен нести позитив. А он какой-то негатив в первом комменте нанес. Я даже не... Артём, я даже не хочу озвучивать, что он пишет. Честное слово. Ну вот, блин. Опять ехать чиниться. А. Уйди, уйди, дядя! Ты смотри какой, а. Чё, он за мной пойдет, нет? Сел в свою машину, вот и садись. У меня только мои сообщения. Ну, вон вверху есть Артём Позитив, вот штук 5, наверное, сообщений выше. А до этого то, что он писал, YouTube не пропустил, и все. Да не важно, Артём, забей. На таких людей не стоит внимания обращать, честное слово. Есть люди, которые
как сказать, начинают знакомство с привет там. Ну, то есть с хороших вещей, а кто-то сразу на три буквы посылает. Ну, знаешь, наверное, таких, да? Вот. Поэтому я не вижу, хотя погоди, надо поближе подъехать. Я не вижу смысла на них им столько внимания уделять, что... Эх, господи! Черт, ты мне пробил шину, да, сволочь? Давай. Нифига ты, смотри, акробат, а? Он в чат написал. В этот, под стримом. Все, погнали отсюда. Они сейчас сами сдохнут. Отправлять в безопасную зону. Все, 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 все. Погнали. Ой, нормально. Так что меня коп остановил? А, блин, я же разыскивал, да? Надо тачку поменять просто. Сейчас поменяем. Найдем где-нибудь. Блин. Надо найти тачку только. Ты так просто не найдешь, потому что здесь копы везде. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ясно. Машинки, кстати. Сейчас мы на них и сядем. Ах ты, су... Хотя, ну да, кстати, вот что я. Я же в машину-то сяду. Он уже ушел. Это Артём Позитив. Ему надо переименовываться в Артём Негатив. 250 рублей на наклейка. 7 сдали. Блин, а чё, я тут не проеду, что ли? Чёрт, а? Да, у меня время, время. Давай здесь проедем, чё тут, чё теперь? В общем, в любом случае, ты этого дракона покупаешь, да, за 60 рублей. Ему и цена-то наверняка 60 рублей. Просто по факту ты покупаешь в этом магазине. Вот и вся акция. Блин, а тут коп, да? Черт, поехать переодеться тогда сейчас. Или не надо переодеваться? Ну, давай попробуем. О, отлично. Едем дальше. Следующее задание начать. Все, меня никто не видел. Так, куда ехать? Сюда, да? Жмурик. Что-то еще есть. А, все, да? Жмурик. Ну, поехали до жмурика. Опять
переодеться надо обязательно. Где? Сейчас переоденемся. Это фиг ли, нас тут разыскивают все. Сам ты козел. Иди отсюда. Качество стоит каждого потраченного цента. Да, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пожалуйста. Так, рубашку сменил, и все, уже не преступник номер один. Как классно, да? В реальной жизни. Почему-то не так. О! Блин, сегодня ты толстый, Джо. Ну что ж ты такой толстый, а? Ну не мог похудеть немножко. Чем могу помочь? Ты вроде ж скрывался там 5 лет где-то. Пупок наедал. Стильно и недорого. Отличный выбор, сэр. Стоп, это журналы, да? Блин, нафига в примерочных вот эти вот журналы? Я, наверное, догадываюсь, для чего, если там они такие журналы. Носите на здоровье, сэр. Порно. Блин, брат, что за люди такие, идиоты, сразу. ДТП, водитель хочет скрыться. Черт. Вас понял. Да хорош. Не догонишь ты меня. Не надо. Так, вот тут жмурик. Смотреть задание. Нужна помощь. Какой-то чокнутый урод прыгнул мне под колеса. Пьяный, наверное. Или еще что-то, я не знаю. И насмерть. Копы же не поверят, что я не виноват. Помоги мне, Джо, я его запихал в багажник, пока никто не видел. А дальше я без тебя и не знаю, что делать. Избавиться от трупа в машине. Так, опять тут на время, да? Погнали. Извини, тетя. Когда народ водить научится? Я... Ты мне мешала. Блин, опять тут копчинские. У вас тут много-то, прям вот плюнуть нельзя, одни копы везде. А, это этот пацаненок, что ли? Всем постам! Отбой тревоги! В смысле отбой тревоги? Избавиться от машины. Погнали. Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Офигеть, еще и огонь а тоже разрешат открывать. Так, ну это по номеру машины, да? Меня видят. Не с места. Открывать огонь он собрался. Так, а далеко хоть ехать? Ё-моё, через всё шоссе херачить. И у этого на свалку, короче, я понял. Ну погнали, чё. Во весь опор едем. Всё шоссе. Тут ещё и на время. То есть прям газовать надо конкретно, капитально. Оба-на. Тринадцать очков. Это за скорость, наверное, да, или за чё?
Так, блин, а вот это вот уже очень херово. Блин, он с приличной скоростью-то едет. Сейчас меня саданет где-нибудь и все. Опасная скорость. Еще бы. Ух ты, ё-моё. Так, аккуратнее. Аккуратнее. Блин, сучоныш, а. Ух, ё-моё. Ты смотри, а. Погнал. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Понял. А я вот здесь могу пройти? Нет, не могу. Блин, еще и время, да? Так, стоп. Где я? Блин, я тут, наверное, не пройду ни хрена. Описание у них еще тут. Не, я не успею. Ну там голяк был. Практически. Ну, может, кстати, успею сейчас, если вот так вот их обегу. Машина, если там никто не отцепил, то может и норм будет. Ох. Извините. Да-да, извиняюсь, братва. Не, наверное, не успею ни хрена. Да блин, они все как всучили, и машина сразу неуправляемой стала. Давай, давай, бегом, бегом, бегом. Чувачело, бегом. Вон она, наша машинка стоит. Там коп дежурит, нет? Дежурит. Я хотя бы уеду. Сел быстро. Давай, гони. Не, я уже не смогу ничего сделать. Стой, где стоишь. Чтобы починить двигатель. Я буду стрелять. Чё, я же взятку дал. Чёрт, ладно, хрен с вами. Не прошел. Да. Копы сраные. Блин, опять вы все ходите. И опять тут, короче, тачанка. Ментовская, которую я проехал. Ну и что тут? Тут недалеко, сейчас быстренько. Хоп. Всем постам! Отбой тревоги! Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Да хочу, хочу. Какой ты чай ты собрался покупать, Артём? Что за чай-то? Неважно какой, лишь бы на развес или просто какой-то определенный. Блин, шоссе. Сейчас нормально, главное тут особо не врезаться. И эти проезжать. Блокпосты. Так, китайский квартал. Тихо, тихо, тихо. Сейчас тут где-то копы должны быть.
Всем поста! Отбой тревоги! Тихо. Москвич. На москвич похоже. Так, сейчас аккуратнее, а то они сейчас начнут здесь прессовать. Я вот здесь проехал, и тут мне бабах. Садили, как не знаю кто. О, мы на свалку уже приехали, значит все ок. Тут уже меня никто не найдет. Тут уже меня никто не найдет. Как раньше делали. Чтоб не нашли человека, подпрессовали. Ах ты, сука! С помощью пульта. Сейчас, в принципе, наверное, так же происходит. Ни человека, ни проблем. $423 на металлолом сдали. Нормально, сейчас здесь машинку возьмем. Конечно, колымага та еще. Нормально. Сама смотри, глаза разуй. Так, я не понял, а чё случилось-то? Безопасную зону. Не понял, а чё случилось? Я думал, свалить надо. Чё-то на карту не посмотрел. А, блин, вот тут задание. Ну, нормально. Твою дивизию, как так? Рука-лицо, ребят, рука-лицо. Вот реально, рука-лицо. Отправляйтесь в безопасную зону. Я думал, сейчас надо машину взять, и меня куда-то повезут. Блин. Фу ты. Пришел этот Артем, блин, мне все... Задел меня немного. Этот позитив Артем. Артем позитив. Негатив. Козлина. Ладно, мы не будем негатив сеять. Мы поедем. Да все окей, все ништяк. Блин, третий раз проходим всю фигню. Ладно, ничего страшного. Со всеми бывает, да? Всем постам, отбой тревоги. Всем постам задержать синие жигули. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Будьте осторожны, преступник вооружен. Знаете, да, из мультфильма про попугая Кешу. Как он там назывался? Давай, газуй с трупом со своим. Я просто немножечко, наверное, отвык от того, что
ты когда задание проходишь, да, тебе не надо куда-то прям на время бежать. То есть ты спокойненько едешь, когда едешь, да, в какую-то отправную точку. И все. Более ничего. А здесь получается немножечко другой геймплей, типа на время. Надо все делать, успевать и так далее. Всем постам! Отбой тревоги! Так, вон сейчас копы на хвост сядут. А их двое, да? Да, вот еще одна машина. Но они не успеют разогнаться до такой степени. Блин, ко мне тут не слететь. Аккуратненько едем. Вот и все. 114 очков, зато очков больше, чем в прошлый раз сделали. Тихо. Дрифтанули. Все, в этот раз все будет окей. Гарантирую, зуб даю. Все, погнали. Запасный зон. Вот я видел, что типа там. И я думал, что она там далеко, надо куда-то далеко добежать. А то, что она вот здесь, я что-то и не заметил. Далее. Уже ночь. Так, а следующее задание какое? Квартира. Что тут еще есть? Спасение Марти. Вещдок на колесах. Жмурик. Так я жмурик прошел. Конкуренция. А, это я типа прошел, да? Вещдок на колесах. Спасти Марти. Кому ближе? К Марти, наверное. Давай мы к нему и доедем. Так, теперь. Вот тачка. Раз, два, три. Quicksilver Windsor. Потертая какая-то вся. В общем, мы играем в то, чем Джо занимался, пока Вита сидел в тюрьме. Жмуриков отвозил под пресс. Отлично, лавировали и вылавировали. Так. Спокойно, деды. Хочется врезаться в кого. Так, блин, иди ты в жопу. О. Спокойно, чувак. Спасение Марти. Джо, я в беде. Сегодня вышел на работу, заворачиваю за угол, а там хот-рот. Я целый, все в порядке, но пробежали эти парни. Давай орать, что я теперь за нее платить должен. Я ему сказал, что в следующий раз пусть не паркуется, где попало.
Они стрелять начали. Я бегом в метро на Кингстоне, еле оторвался, но они не отстали. Джо, спасай, не хочу тут сдохнуть. Бегом в метро спасать Марти. Опять этот говнюк вляпался. Ну, поехали. Надо, кстати, маркер снять. О, тут недалеко. Да он маньяк! Живым не берем! Вас понял. Идите нафиг. Погнал от метро. Идите меня ищите там. Покуха. Да я кого надо не трону. Господи! Ты смотри, живой какой. Худший, среднее сложение. Ясно. Копы сраные. Чё я тебе сделал-то плохого? Чёрт. Сволота, блин. Надо же было сбить этого какого-то говнюка. Ладно, поедем сейчас. Доедем. Больше не будем так путь сокращать, это херовое сокращение было. Реально хреновое. Да уйди ж ты. Краш-тест? Все нормально. Извините, тетя. Вы мне путь преградили. Куда попал? Не попал. Дьявол! Черт вас возьми. Да иди ты в жопу. Какого хрена я по тебе не попадаю? Мать! Какой-то странный пистолет. Наган. Так. Это я, Джо. Доставьте Марти в машину. Стоп. И чё, я должен его вот так тащить? Господи! Охренеть, это как? Это как так вышел-то, я что-то не понял. Бегом в метро спасать Марти. Подожди, а как так вышел-то? Отправился я к станции метро, и чё? Почему он умер-то?
идите, уйдите. Паркан есть тут. Надо, наверное, за пушками зайти. Охренительно. Просто охренительно. То они косые, то я косой был. А сейчас я их валю прям нормально, и они начали валить. Ладно, все, настраиваемся. А то так и будем ездить туда-сюда. Так, мужики, свалили отсюда. Да вылезай. Где Марти? Ты что ли? Блин. Это я, Джо. Охренеть. Куда я должен утащить-то? Как? Я что-то не понял. Избавьтесь от бомбистов. Чего надо, чувак? Подожди, а как тогда? Вот я просто спокойно. Капец, миссия, конечно. Ну ничего, сейчас пройдем. Извини, друг. Я специально. И копов. Так. Магнум. Дробаш. Это я, Джо. Все-таки сюда идти, да?
Если что, сейчас мы... Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Господи! Ух ты! Резко-резко. Ну ничего страшного, Артём. Чё ж, полетел. Скажу, что ты особо ничего не пропустил. Тут какая-то миссия очень немножко странная. Либо я просто странно её прохожу. Да что ж ты делаешь-то? Помедленней! Сейчас боюсь, эта тетка меня прибьет. Парень, спаси! Так, сейчас быстренько убиваем вот этих вот говнюков. А, господи! Так, быстренько собираем все оружие быстро. Это я, Джо. Посиди. Так, дробашек. Блин, вот что тут не натурально, то что вот куча народа приходится тащить. Дьявол! Тебе, чёртова сучка! Я прикрою! Блин. Средний уровень сложности. Ну все, твари, вы меня достали. Реально достали. Сейчас будем с вами разбираться. Сколько у меня? 32 патрона. Поберегись! Да уйди ж ты. Господи! Это твоя дивизия, а? Интересно завалить. Так, всего 7 патронов, да? Дьявол! А вот это я, Джо. Все, твари, сейчас мы с вами будем разбираться.
тащу. Добери ты его. Где эти говнюки? Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Ты что ты будешь делать-то? Блин, автомата-то у меня нет. Твари набегают, прям как не знаю кто. Эй, смотри, куда идешь! Хочет прям их как следует наказать и назвать каким-нибудь нехорошим словом. Что-то прям не надо, не надо сеять негатив. Сейчас мы весело, задорно постреляем всех, весело, задорно постреляем всех. Весело, задарно, блин. Все, собрались. Вроде, блин, простая миссия. Но что-то прям заставило попотеть, зараза. В 150 раз проходите. Так, играем предельно аккуратно. Концентрированно. Помогите! Так. Ты здесь, да? Дьявол! Минус 100. Ах ты, сука! Блин. Не вышло. Ну ладно. Хедшот. Ты как ты в меня попал, а? Понял. Как? Господи! Там еще один. Сейчас хрен будет. Так, что у тебя здесь? У тебя тут дробашек. Быстро заряжаемся. Магнум. Это я, Джо. Хорошо. Дробовик. Магнум. Да что ты будешь делать? Бери ты его. Не хочет тащить его. Где вы там? Блин, что, я не дотащил, что ли? Дьявол! Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Сволочь, а! Иди отсюда. Сучок, а. Все, наконец-то я вас тут раскидал, твари зеленые. Так, все? Или не все?
Давай, тащим быстро. Сейчас наверняка еще кто-то припрется. Вот мне интересно, я его дотащу, успею ли я его дотащить таким макаром? Далеко нести. Он не хочет умирать. Он же умер, зачем я его труп-то волоку? Взял бы себя на плечи, за почему я вот так-то несу? Интересно, кто эту миссию составлял? С какого раза он сам ее прошел? Мне действительно интересно. С первого ли раза? С десятого, может. Не, я не говорю, что она сложная. Но просто... Она неровная. Неровная в том плане, что ты... У тебя нет какой-то защиты здесь. То есть вот я, допустим, прибежал. Я, допустим, этих перестрелял. Да, почему опять-то на меня нападают непонятные ребята? Господи! Описание. Рост футов 6. Среднее сложение. Вас понял. Да дохни ты, сволочь. Так, ублюдок сраный. Так, раз, заряжаемся, два, заряжаемся, три, где он? Там, да? Это я, Джо. Меня сейчас убьют. Господи! Надо было убежать, да, чтобы они меня в спину постреляли. Фильм назывался «Миссия невыполнима», да? Походу, да. Тот самый случай, блин, ну извините, извините, все. Да вылезай ты быстрей! Сейчас придут еще эти говнюки за мной. Описание. Рост футов 6. Среднее сложение. Не убивай! Понял. Все, нет у меня. Не видите вы. Эй, мать!
чтобы убить его, сколько надо разваливать. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Еще один бежит, да? Блин, ну это, кстати, плохо. Револьвер калибра 38. Это я, Джо. Подожди, подожди, Джо. И вот этого еще хера. Так, заряжаемся быстро. Раз. Тут заряжено 49 патронов. 7. Тащи давай его. Дьявол! Сейчас бежит, бежит сюда. Порядок. Господи! Так, патроны. Раз. Два. Три. Четыре. Чё берём? Да дробаш, наверное, берём. Дробаш нового. Да давай ты бери его. Блин, плохо, что ещё эти на хвосте сидят. Полицейские. Надо куда-то убежать вот за эти, за колонны, да? Прям быстро. И отстреливаться. Сейчас прям хоп по КД бросить тело и все. Да уж. Тактика, конечно, хорошая. Блин, то когда, как она мне надоела, тоже эта миссия. Ну да, давай еще у меня. Садись ты. Служитель закона. Опять ты пришел. Где он этот хер? Там бежит. Сволочь, а? Так. Какие варианты у нас есть? Что нам делать? Бежать бегом от них? Сюда вниз? Блин, я, наверное, не успею убежать.
меня такое ощущение, что я убежать точно не успею. Извини, тетенька. Так, слышь, ты в меня не стреляй. Это я, Джо. Пошли. Короче, быстренько забегаем. Дробаш берем. Откуда взялся? Тут прибежал. Охренеть. Получай, зараза! Все? Все. Так, раз, два, три. Ну, пошли. 2700 у нас. Там, короче, сразу бежим вниз сейчас, потому что иначе тут ни хрен отстреляешься. Так, бегом. Эй! Мать! Мать! Все? Вас только трое было? Я думал, вас больше. Так, ладно, нам надо и бежать. Да бери ты его. Три-триста. Надеюсь, это последние были. Сейчас, если что, увидим, прям сваливаем назад. Не, походу, наверное, еще должно быть. Всего их трое. Так, прям если что, сразу наготове. Валим назад. Так, до машины довез. Едем. Блин, несложная миссия была, но ё-моё. Достал, честное слово. Так, куда едем? Ага. Маркер игрока. Прыжки еще тут какие-то. Так, тут копы. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Иди отсюда. Не бить ты меня. Смотри, блокпосты еще ставят. Офигеть. Ребята дают.
Как говорят, за что боролись, на то и напоролись. Правильно? Его, короче, в этот госпиталь, скорее всего, да? Надо отвезти. Блин, догоняют, зараза. Всё, тут уже вы сюда не догоните. Тут догнали. Стой, где стоишь. Охренеть. У нас потери! Валите, урода! Господи! Понял. Все? Неужели, блин? Я прошел эту херню. Так, только я разыскиваюсь, да? Че, на ней можно еще я? Ага, понял, не. Не-не-не-не-не, ребята. Бери. Так, а может тут где-нибудь валяется что-нибудь? Точило? Это мне как-то неохота, блин, тут еще копы стоят. Везде. Блин. Тут копы, везде копы. Езжай ты быстрее. Да езжай ты уже. Надо просто... Я не хочу на оборонной тачке гонять. Блин, все еще никак не проедет. Всем постам! Отбой тревоги! О, заворачивай отсюда. Так. Где-нибудь машинка-то должна быть, нет? Кто-нибудь же около своего дома-то что-нибудь оставил? Вон, кстати, сейчас мы до нее добежим. Так. Угу. Так, теперь что у нас тут? Вещдок на колесах. О, кстати, рядом. Погнали. Надо еще в какой-нибудь, кстати, магазинчик заехать. Костюмчиками обменяться. Че, сейчас, я думаю, мимо поедем, как раз заедем. Ладно, я пойду. Ну давай, Артём, удачи тебе. В поисках чая. Сколько у нас уже? 2:10, да? Стрим. Оставим здесь тачку, если что. Так, пойдем быстро купим чем что-нибудь. Могу помочь? Да без все? Разницы. Рубашку взяли и сойдет. Нам особо не модничать. Спокойной ночи, да, и тебе тоже, Артём.
Так, что у нас тут? Вещдок. Госпитал. Так, тот уродец, который купил у меня Kingfisher, крепко попал. Оказывается, тачка была ему нужна на дело, когда появились копы. Он тропанул Джо машины. Сейчас у копов, если они начнут копать, кое-кто из наших общих знакомых очень занервничает. Джо, эта тачка должна исчезнуть, или мы оба попали. Гоните красную Беркли Kingfisher от полицейского участка, доставьте ее Бруски. Ну, тут, я думаю, несложное задание будет. Так, время у меня, да? Ну, погнали. Вон, тут рядом полицейский участок. Вон она. Не, не совсем она. Так, и что делать? Зайти мне не дадут, правильно? Или дадут? Разбить окно. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Погнали. Ясно. Отлично. А по-другому тут никак. Они же не будут стоять и смотреть, когда я замок сломаю, правильно? Не будут. Так, опять блокпосты свои. Где? Ты глянь, еще и расстреливают. Я всего лишь машину угнал, они уже максимальный уровень тревоги меня послали. Я же не стрелял. Кого не убил? Нет. И преступник номер один. Высокая скорость. Так, аккуратнее. А то да спокойно. Ну вот, опять ехать чиниться. Ого. Нифига себе они. Мы погибли. Вот это ничего себе. Да откуда они тут взялись-то? Просто. С ничего. Реально, просто с ничего. Такой патруль. Ладно, чё ж, поедем сейчас еще раз. Угоним. Что мне нравится, то что сюда можно зайти без препятствий. Так. Паркуем тут. Чтобы, так сказать, никто не заметил. Я тут просто гуляю, пацаны. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Понял. Газуй. Черт, убил все-таки. Копа этого, ну ничего страшного. Так и так у меня четвертый уровень. Уже никуда не деться от слова совсем. Сейчас доедем, зато быстро. Следовать, да?
опасная скорость. Ух ты. Все, нормалек. Так, вот здесь меня где-то они прессанули прям конкретно. Все, ребят, все, я доехал. Там вы меня уже не тронете. Здесь частная территория. Вам тут делать нечего. Правильно, ребята? Ну да. Верните машину. Ты глянь. Они приехали сюда. Они сюда приехали, нет? Ну верните в машину, и чё? В гараж я надо или чё? Я припарковаться в гараже, всё, да. Так, чё дальше у нас? Начните следующее задание. Какое тут следующее задание? Т. Лимузины. Блин, ехать сюда еще далеко. Поехали уж. Нет, машина не разыскивается, так что нормально. Кстати, спасибо тому, кто ее сюда пригнал. Хотя бы ехать не это. Убежать за каким-нибудь вот этим КамАЗом. Сократим немножко путь. Дождь пошел. Давайте, наверное, еще вот эту одну миссию пройдем. На сегодня пока хватит перерывчик. Ну, блин, мы на одной этой миссии с этим с метро, конечно, подзастряли. На сколько? На полчаса, наверное. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Офигеть, опять. Господи! Идите нафиг, ребят. Честно, идите нафиг. Я вас не трогал. Ах ты с... Туда с копами на... Я понял вас. Ладно, пойдем быстрее сейчас. Какую-нибудь машину найдем. Ну или оторвемся просто. Ой-ой-ой. Так и не это. Не отстает. Ну что, мне за скорость никто очки не прибавляет? Потому что я не на задании, что ли? Только поэтому. Делать, я еще и погиб. Откуда я начну? Блин, опять отсюда. И тачку мне уже здесь никто не подогнал.
тут ближайший магазин. Далеко. Что вот за несправедливость? Опять ехать черти куда. А, это порт, короче. Этому засранцу в порту, наверное, что-то привозить. Что, я маркер не нажал? Ваш маркер отображен на радаре. Где он отображен? Какое радио, алло? Во. Теперь отображен. Надеюсь, меня в этой тачке дождь не узнает. Добро пожаловать. Извините. В Empire Bay. Ты смотри, уже вовсю. Ну капец. Ведь не уедешь, ничего сделать-то нельзя. Если в тебя попали, то значит в тебя попали. Из машин, кстати, они могут стрелять, а ты не можешь. А, ну может их там, кстати, по двое? Хотел... Думал, тут машина нормальная есть. То, что нормальной никакой нет. Так, можно до этой шапки, конечно, доехать. Либо вот сюда. Давай-ка сюда съездим. Ах ты, черт! Да. Описание. Рост 6, среднее сложение. Мать! Да за что? Понял. Мать. Описание. Рост 6, среднее сложение. Капец. Вас понял. Ё-моё. Чё ж такое-то? Садили. Давай. Господи! А я всего лишь машину пытался сломануть. Всего-то. Фига себе, как они ездят. Так, уровень снят, но машина преследуема. Из-за того, что стекло разбил.
хочу я на него нарваться. А, он здесь. Черт бы тебя побрал. Нафига ты тут вылез, а, друг? Какие жесткие-то все. Быстро. Ах ты черт. Ну-ка. Поторопимся. Так, все, меня не видно. Давай, газуй. Блин, сколько тут копов, а? Прям все бдят-то как. Ужас. Нельзя тихой мышкой проехать. Слово совсем. Бежай давай. Мне до магазина только бы добраться и все. Чтоб меня не кусали. Блин, ну он зеленый горит, чё ты не едешь? Блин, бегом отсюда. Вон шляпник. Блин, сколько вам уже денег? Чем могу помочь? Вам уже денег оставил. Очень практично, сэр. Этот пластик круглый год можно носить. Спасибо. Берегите. Меня очень успокоили. Так, а я... Почему у меня маркер? А, я же заехал. Встал сюда вот. И все. Все, да, теперь я чист перед законом. Когда народ водить научится? Главное, по пути не загрязниться. Чтобы... Нормально, все спокойно. Я думаю, где-то половинку-то мы должны были пройти. Это в дополнение. Шоссе. Блин, тут так аккуратнее, поворотник хотя бы включай. Вот же дубина. Да, мы сейчас к этому зажравшемуся, который все время жрать любит, к нему едем. А
Наши дельцы машины начинают окупаться. Ты удивишься, сколько богачей жмутся страшнее, чем жидки из палисада. Мне только что заказали лимузин со скидкой. Надеюсь, его быстро пригони в доки, получишь долю. Но имею в виду, чтобы ни царапин не было. Побьешь, ничего не получишь. Угоните лимузин, чтобы ни царапины. Ну, блин, по поводу ни царапин, это, конечно... В идеальном состоянии. Ну, давай попробуем. Здесь, конечно, проблем с ней не будет, в том плане, что... Черт, чуть не откинулся, а? В том, что ее гнул и просто проехал на ней. Да нет, так наверняка не дадут. И надеюсь, не с другого конца. Не с другого. Класс. Не, ну если такой длинный путь, то там полиции быть не должно. Однозначно. Если еще и полиция будет, то это нереально. Это нереально. Скорость. Ладно, чтобы меня этот коп не просек, что я тут еду. У нас тут что, краш-тест? Извините. Вот тут, наверное, таксопарк где-нибудь, раз тут такси много стоит. Реально, что за дрифт не дают? Я бы сейчас тоже бы очков столько бы неплохо набрал. Смотри. Оп. Или что-то дали все-таки. За опасное вождение, наверное, или как это пункт называется. Помер по дороге. Так, а мне время-то хватит. Тот лимузин, он наверняка едет медленно. Вот же дуба. Это лимузин. Блин, а тут же охрана стоит. Его угнать надо. Не царапины. И что делать? Этих убить надо. Я тогда точно ничего не сделаю. Тут так не получится. Лимузин, да. То есть я должен вот этих вот всех переубивать. Блин, какая долгая миссия. Вот нафига так делать? Чтобы удлинять время игры.
Нафига вот так делать? Ехать непонятно куда, в другой конец города. Начинать с другого конца города. Ехать очень долго по этой карте. И вот так вот. Не, я, допустим, их всех убью, предположим. Я думаю, что мне надо их убить. Но тогда... Я ж буду разыскиваемый. Правильно? А по-другому никак. Они мне не дадут. Угнать. Так, выбираем очки. Не должно быть царапин, значит окно я ему не должен, по идее, разбить. Но они и по машине попасть могут, так что мне их надо убить всех. Остается только этот вариант. Нужно, конечно, еще и попросить. Чтобы они отдали, но я думаю, что все-таки они не отдадут, как бы я их не просил там. Два с половиной часа уже стрим. Да, уже где-то, по-моему, 12 часов. Да, 0.15 уже даже. Миссия долгая, очень долгая. Надо успеть доехать. Не, если я без проблем, вот я этих перестреляю. Если копы за меня браться не будут, а они по-любому здесь будут за меня браться. Так. Они уехали. Привет, друг. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Понял. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. Ах ты, сука! Надо отвезти их. Они осторожны. Разрешаю открывать огонь. Да разрешай. Где еще? Нет меня. Так, время половина, да? Так, люди меня эти засранцы не нашли. Но они около лимузина сейчас будут крутиться.
да. Они вот даже ходят тут. Какого-то в лимузина. Блин, ну почему вы... Ушел, да? Уходишь же? Так. Всем постам! Отбой тревоги! О, не надо, все за меня. Тихо. Я так тут. Блин, а? Все-таки идешь. Ё-моё. Ах ты, черт. Описание. Рост путавший, среднее сложение. Я уже не прошел, да? Ну да, я уже не прошел, походу. Потому что машина у меня вся раздербаненная. Не, ну кстати, можно оторваться и починить, может быть. Может получится. А есть ли тут по дороге какая-нибудь шняга? Есть вроде. Можно попробовать сюда заехать. Не, ну пока миссия не кончилась, значит я могу еще пока что. Тихо. Ну, сейчас открывать огонь будет. Времени нифига нет. Тихо. Времени нифига нет, вот реально. Чтобы доехать. Я не успею. Не, ну как бы я пока правильно еду. Ай, моя машина! Может, успею. Да не, вряд ли. Там еще. Еще и надо ее не это, не разбить. Чтоб не царапины. Так как тут эти копы все куча. Во-во-во, они еще и стреляют. Не, ну чисто теоретически можно попробовать заехать в какой-нибудь этот, починить тачку. Я уже не успеваю. Да, у меня времени просто писец как нет. Не, все, я не успею. Последняя контрольная точка. Да. Я уже понял, понимаю, что я не успею. Откуда? Отсюда. Машина должна быть в идеальном состоянии.
Поехали, попробуем все-таки сейчас. Задание, конечно, очень дурацкое. Джо, конечно, да, непонятно, как он тут кочевал, пока я в тюрьме сел. У меня в тюрьме там и то интереснее было задание. А он здесь только разъезжал, бензин тратил. Больше ничего интересного по факту. Единственное, что у нас, чтобы копов поблизости не было. Если они на хвост сядут, то это все. Я опять не успел. За сколько вот я сейчас доеду? Интересно. За четверть, да? Почти за четверть. Почти за четверть. Времени миссии. Преследую гонщика. Понял. Ой, хорошая. Убежал. Убежал я, все, ты меня не найдешь. Я где-то нашел, скотина. Ну где ты меня видишь, а? Вот скажи мне, где ты меня видишь? Все, иди отсюда. Иди. Химик рулит, подписался. Спасибо, химик. Спасибо, дорогой. Так, чё? Расстреливаем вас, да? Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ну, по-другому никак. Стоять! Стой! Я буду стрелять! Опять не сделал. Да что ж такое-то? Я ж вроде дал взятку. Мне не хватило.
Вечно какая-то жопа получается под конец. Ехал, ничего, на все нормально. Нет, вот ему надо было к моей скорости примотаться. Привет, химик, да. Еще эти инкассаторы тут ездят со своими толстыми жопами. Блин, сейчас этот теперь мне не даст нормально поехать. До 80 вроде можно доехать. В принципе, нам особо больше-то и не надо. Блин, это разработчик, кто придумал эту миссию? Закопать его. Заставить самому проходить раз 50. То, чтобы она непроходимая, она нормальная, но... Почему так все сложно-то? Как дела? Замечательно, химик, все отлично. Можно даже сказать, лучше всех. Наконец-то пятница, можно отдохнуть, в кавычках отдохнуть. Потому что, сам понимаешь, выходные-то люди дела делают. И нас ждет та же участь. Как сам? Дадут же мне гонщика здесь, правильно? Так. И вот мы наконец прибыли на место. Уже! Среднее сложение. Да уйдишь ты. Ясно. У нас потери! Валите, урода! Понял. Ну-ка, давай быстрее. Давай быстрее. Ну... Так, 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 окей. Нормально. Там мультиплеер нет. Там мультиплеер не играю. Сам норм, с ногой сломанный лежу. Но это как бы не норм. Это вообще даже не норм, если лежишь со сломанной ногой. Что случилось-то? Как так вышло? Выздоравливаю, конечно, поскорее. Так, осталась половина, но мы хотя бы... На диске на одном едем, ё-моё. Мне надо в какую-нибудь мастерскую заехать. Ну вот, кстати, сюда мы
и заедем сейчас. Давай, вали отсюда. Блин, а я думаю, чё за херня? Мы, оказывается, на диске едем. На диске. Не, ну я все-таки думаю, что да, лайфхак нормальный, если я починил машину. Офигенно. Вот опять ехать чиниться. Офигенно. Блин, надо побыстрее, аккуратнее тут с этим. Скоростями. Может, кстати, я бы ее пробил? Может быть. Так, так, да что ты будешь делать? Ага, то есть у меня была еще возможность. Сейчас отремонтирую. Все будет ништяк. С лестницы шел и упал, ноги прокатился. Блин. Жестко, а. Чё, я сочувствую тебе, друг. Поздравляю, поправляйся скорее. Как жизнь? Чем могу помочь? Починить. Все. Выйти. Спасибо. Так, теперь нам надо срочно ехать. Я надеюсь, я успею. Менее разыскиваемый я из-за этого не стал. Все, погнали, быстренько, аккуратненько едем. Стараемся не светиться, не палиться. Едем очень-очень аккуратно. Чуть-чуть можно их долбануться, вот типа вот так. Никто нам за это ничего плохого не скажет. О. Сейчас главное, чтобы здесь... Блин, дайте проехать, а. Прямо, да, прямо едем, хорошо. Успеваем. Так, аккуратненько. Надо довести машинку. Что же вы делаете-то, а? Тормозите меня только. А, я, кстати, доехал. Чё я? Я доехал, это отлично. Это отлично, миссию мы прошли. GTA мультиплеер? Да не хочу. Меня не очень такие игры забавляют. Я люблю сюжетные. Выйти. Так. Безопасную зону. Все отлично. Далее. Так, начните следующее задание. Счастье контрабандистам. Ну, на сегодня хватит. Да не химик, спасибо, но не, GTA нет. Я люблю, говорю, сюжеточки какие-нибудь с прохождением, с конечной целью. А просто играть в мультиплеер как-то мне не очень привлекает. Я как-то немного пока наигрался. Вот, поэтому так вот. Так, на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Обязательно подписываемся, ставим лайки. Спасибо все, что были со мной эти 3 часа. Да, 3 часа уже почти. Ну и до следующих стримов. Пока не знаю, когда будет, но я заанонсирую. С
следить за расписанием в группе ВКонтакте и на YouTube, соответственно. Всем пока, спокойной ночи. Отдыхаем.